Ну и для того, чтобы народ успокоился, знаешь, как в былые времена, да, царь или король выходил и говорил: «Так, не беспокойтесь, сейчас я все расскажу». Вот такая же вот песня. Не беспокойтесь, друзья. Все нормально. В интернете, что ни день, опять сенсация. Произносятся крамольные слова. Со спиною, мол, возникла ситуация и пророчит операцию молва. Не волнуйтесь, дорогие наши граждане, эти слухи — чепуха и ерунда. А спина, она порой болит у каждого. И моя спина стреляет иногда. Спина болит у всех, ребята, но разве каждый инвалид? У президента, депутата и у шахтера спина болит, у каскадера, у солдата, у балерины спина болит. Организм мой не дождетесь, не посыпется. Буду я всегда подтянут, бодр и свеж, как аквафреш. Буду плавать и бороться, буду двигаться и летать на самолете за рубеж. В интернете, что ни день, опять сенсация. Произносятся крамольные слова. Не волнуйтесь, под контролем ситуация. И, как видите, спина еще жива, друзья. Спина болит у всех, ребята, но разве каждый инвалид? У президента, депутата и у шахтера спина болит, у каскадера, у солдата, у балерины спина болит. А президент что, не человек, что ли? А?